В этом видео мы покажем тебе, как правильно наносить рассыпчатые тени. Праймер. Вначале нанеси на веки кремовые тени. Они помогут рассыпчатым теням держаться. Защитные меры. Чтобы во время макияжа тени не засыпали тебе все лицо, возьми полоску скотча, несколько раз приклей ее к ладони, чтобы скотч стал не таким липким, а затем прикрепи под глазом. Нанесение. Слегка увлажни аппликатор перед тем, как взять рассыпчатые тени. Так они будут меньше осыпаться. Затем аккуратно, похлопывающими движениями, наноси рассыпчатые тени на века, пока не поймешь, что достаточно. Все не так сложно, не правда ли?